Число жертв бомбардировки больницы Международной организации «Врачи без границ» в афганском городе Кундузе достигло 19 человек. Среди них 12 сотрудников больницы. Около 40 человек получили ранения. В НАТО признали, что в субботу ВВС США нанесли удары вблизи больницы, что могло привести к разрушениям и жертвам. В больнице находилось тогда более 100 пациентов и около 80 сотрудников. «Мы хотим, чтобы правительство восстановило в городе безопасность. Люди умирают. Посмотрите, в каком я состоянии. Что здесь происходит?» В начале недели Кундуз был захвачен талибами. Спустя несколько дней правительственные войска при поддержке сил НАТО восстановили контроль над городом. Удары по больнице продолжались около часа. «Больница здесь уже 4 года. Она занимает большую территорию, больше, чем футбольное поле. И мы несколько раз сообщали по GPS ее точные координаты всем воюющим в Афганистане сторонам. Поэтому мы на самом деле не понимаем и определенно считаем неприемлемыми заявления об обычном ущербе». Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил нанесенный американской авиацией удар по больнице и потребовал тщательного расследования обстоятельств этого инцидента. Больница организации «Врачи без границ» была единственной в городе.